На следующие сутки после сообщений в СМИ на место гибели чаек на третий Барковской карьер прибыли сотрудники ветеринарного контроля и надзора. Они выехали на место вместе со специалистами Рязанской городской ветеринарной станции. Совместно они забрали тушки 7 чаек на исследование. Исследование будет происходить в подведомственной Россельхознадзору лаборатории для исследования на заразные болезни птиц, грипп птиц и другие болезни. Результаты исследования станут известны через 2 недели. Также специалисты рассказали, что это уже не первый случай падежа птиц. В железнодорожном районе тоже был падеж птиц, тоже управлением и главным управлением ветеринарии были отобраны пробы. Вот, в настоящий момент исследуются. По словам орнитологов, сообщения о массовой гибели птиц поступают из разных районов города. По предварительным подсчетам погибло не менее 20 чаек, а галок – около 100. Орнитологи выдвигают несколько версий гибели птиц, в числе которых отравление и отстрел. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телеканал. Компания «Город».